Привет всем, кто заглянул на канал. Blender 2.8. Погнали дальше изучать что да как. Информацию очень трудно искать в интернете, это я повторяюсь. Чтобы найти информацию по раскраске, по текстурам, как сохранить, пришлось смотреть где-то видео, наверное, 20. Без звука, на английском, на испанском, на русском. Ну, словом, голова кипела, но вот разобрался и то, что понял, сейчас я вам покажу. Погнали разбираться. Вот подопытный в этот раз будет именно Рататуй. Заходим вот сюда вот. Находим крестик. Вот здесь вот вверху ловим. И зажимая левую кнопку мыши, вытягиваем вот так вот еще один экран. Здесь мы вот в эту вкладку зайдем. Editor Tape. И нажмем UV Editor. Вот такой квадрат с полигонами появился. Здесь зайдем, выделим щелчок левой кнопкой мыши Рататуя и зайдем в Edit Mode. Вот рассмотрим UV, нажимаем и жмем Smart UV Project. Окей, ждем. Вот получается у нас вот такая вот развертка высвечивается. Что теперь нужно сделать? Следом заходим во вкладку, где Edit Mode, и нажимаем Texture Paint. Поменял цвет наш Рататуй. Раскладка сбоку. Заходим вот в эту функцию активация Tool. Находим Texture Slots. Новую Texture. И вот здесь вот есть квадратик с крестиком. Нажимаем его и нажимаем Base Color. Высвечивается вот такое вот окошко. Жмем ОК. Здесь у нас есть вот именно кисть. И есть вот цвет. Нажимаем, допустим, на синий. Колесико зажимаем. И попробуем именно покрасить нашего Рататуя. Вот таким вот образом красим. Большую кисть не надо ставить. Он начинает тогда подгонять. Или только у меня. Ну и вот здесь вот тоже Рататуя преобразим. Покрасим полигончики. Вот так вот. Чтобы был красивый, чтобы был пиздатый. А ты... Так, ну и тут все закрашиваем. Смотрим, что да как. Что там у нас снизу? Какие ракурсы? Вот так все это дело корректируем. Чтобы не было пропущенных моментов. Вот еще глаз. Ну и давайте теперь раскрасим глаза. Выбираем белый цвет. Нажимаем вот здесь. Колесиком немножко приближаем. И немножко вот так вот подкрашиваем. Следом выбираем черный цвет. Опускаем вот этот полозок вниз. Кисть. Можно именно клавишей F нажать и уменьшить. Вот так вот. Силу нажатия можно поставить именно 'Shift-F'. Вот так нажимаете. Сильнее, меньше, больше. Так, тут глаз чуть-чуть потек. Прибавляем белый цвет и немножко его подкорректируем. Так, ну что еще можно? Ну давайте нос сделаем красным. Вот так вот. Shift
Shift зажатый, колесико зажатое перетаскивает модель, не забывайте. Колесико крутит, отдаляет, приближает. Зажатое колесико вертит, крутит. Так, ну и вот тут вот нос чуть-чуть подкорректируем. И поставим, чуть-чуть еще лапы подкрасим так, чисто по берикам. Модель я облегчал, поэтому лапы немного состыковываются, слиплись полигонами с ногами, но это не проблема. Вот так все это дело сделаем. И немножко ноги так чисто визуально подкрасим. Вот так вот. Вот получился вот такой вот раскрашенный рататуй. Ничего так прикольно получился. Следом что нужно сделать? Теперь заходим в шейдинг. Нажимаем шейдинг. Вот рататуй у нас раскрашен, здесь ноды, а вот развертка у нас осталась без цвета. Следом можно зайти вот в эту вкладку и нажать Default Ops Base. Вот теперь наша развертка раскрашена, и здесь теперь можно выйти в Object Mode. Вот развертка вообще у нас стала шикарная. Сохранить ее можно, нажав вот сюда вот, и нажать Image, и сохранить как. Находим куда на рабочий стол, формат PNG, жмем Save as Image, и все это дело сохраняется. Ну, также и модель можно, конечно, сохранить. Нажимаете файл, можно экспорт, можно в формате Ops, Save As. И экспортировать в любой Ops формат, CTL формат. Вот здесь нажимаете Ops. И высвечивается вот такая вот заставка. Опять же, десктоп, рабочий стол или папку какую-то выбираете. И импорт Ops.